Всем привет и добро пожаловать на канал Биби Таки Доллс. Я сегодня в рабочем, потому что сегодня мы будем собирать кухню для кукольного дома. Эту кухню по моим эскизам изготовили ребята из мастерской, которая изготавливает мебель для кукол. Находятся они в Питере, и я внизу в описании оставлю ссылку на их группу ВКонтакте. Обязательно посмотрите, что у них есть в наличии, это очень красиво, и также они по эскизам могут что-то для вас сделать. И сегодня мы будем заниматься сборкой мебели и установим кухню для моих кукол. Вот так выглядят детали. Здесь у меня будет металлическая фурнитура. Детали я заказывала сразу покрашенные. И мне подарили досочки деревянные. Ой, это так мило. Очень похоже на настоящий класс. Давайте сейчас будем разбирать детали. Я постараюсь понять, где что. И будем собирать. Вообще, я уже не очень хорошо помню, как я задумывала, поэтому нашла чертежи. Вот так был общий вид всей кухни. И вот я отдельно рисовала все шкафчики, как это должно было выглядеть. Ну что, буду вспоминать, что же я такого там придумала. И соберем, я надеюсь.